Паша, уже 7-й час ты просил разбудить тебя. Ой, черт. Опять-то. Ах, хлопает, хлопает. Как по голове прямо, ну прекрати ты. Вставай. Спасибо, должен сказать старшему брату, что разбудил. Ты кто? Чемпион по боксу? Ты санитарный врач. Спокойно. Правый хуй. Убежал. Я еще вернусь. Ну открой. Не открою. Не открою. Ну сколько можно? Утка мокрохвостая. Считай до трех, ломаю дверь. Начинаю считать. Раз. Два. Три. Там печально жить. Ну что ты делаешь? Без тебя. Ну открой. Ну ладно. Не уезжай. Засекаю время. Еще 5 минут и все. Голубчик, печально жить мне без тебя. Ну что ты там делаешь? Дай на прощание утренний туалет красавицы. Ой. Обещание, что не забудешь ты меня. Ну ладно. Вот, пожалуйста, Илья Павлович, очень любопытный объект. Кто ж такой будет-то? Новый главный санитарный врач нашего района. Ах, новый, значит. Здравствуйте. Здравствуйте. Тоже нас утешать будете? Был тут до вас один старичок. Все обещал порядок навести. Вы уж меня извините, я вот над самым моечным цехом живу. Так подо мной целый день машины гремят.
Вся мебель ходуном ходит, вся посуда дрожит. Подумайте, может... А я на седьмом этаже живу. Так и туда винный дух доходит по вентиляции. Ничего, разберемся. Разберетесь. Помогите уж нам. Вы сколько лет прожили-то? А подвалы эти еще при царе построены. Письма писали, комиссии разные приглашали. Царя только звать забыли. А подвалы царские вот как были, так и есть. Вы к директору? Да. Пойдемте, провожу вас. Помогите нам. Наконец-то я вижу ваши партизанские леса, Анастасия Михайловна. Мы едем, едем, едем в далекие края. Далекие края. Да не так уж далекие, всего 60 километров. Митяева, подпольнаком где базировался? Там же, в Митяевских лесах. Да. Гибель подпольного обкома — загадочная история. Вы режиссер, человек эмоциональный. Не люблю я этих слов, загадочные. Была война, Альберт Петрович. А на войне, вы же сами понимаете, да ведь враги дураками не были. Засылали к нам своих людей и вербовали из наших. Вот Алексей Петрович обо всем лучше знает. Он 2,5 года провел среди фашистов. Анастасия Михайловна, а почему Лида называет вас мама Ася? Да, так уж повелось. Лида – дочь наших друзей. Они погибли, альпинисты. С тех пор она у нас. Понятно. Так, к вечеру с Горониным приедут 2 артистов. Им тоже не терпится посмотреть места будущих съемок. Хорошо бы разместиться в доме приезжих все вместе. Мой брат председатель устроит. Эй, вы, потише немножко, можно? Пост ГАИ близко. Что он стучал? Ты ворочаешься, как медведь, вот он и стучит. Ты видела, как медведи ворочаются? А? Не видела. Держись за меня. Отстань от меня, пожалуйста. Держись, а то упадешь. Отстань, пожалуйста. Ну, допустишь ты, господи, ну... Они не упадут? Они привязаны. Рессора ничего, выдержит. Выдержит. Я усилю еще на 1 лист. Останусь ночевать.
Здрасте. Здрасте. Ну, а что? Отпустите на пару недель. Нужно? Ты же свое отгулял. Так я... Игорь Феофан. Я за свой счет, я отработаю, вы же знаете. Ну, давай, оформляй. Спасибо. Бери. Видишь этого монтера? Ну? Шьется тут. Знаешь, где я его видел? Где? На Колыме. Четвертак имел. Есть кто в доме? Откройте! Откройте! Откройте, пожалуйста. Вы кто? Мамаш, откройте, пожалуйста, а потом разберемся, промокли мы до нитки. Спасибо. Здравствуйте. Спички есть, а то мои отсырели. Посвети. Спасибо. Ой, черт. Так. Где тут можно устроиться-то? Один? Вы же сказали мы. А, да вдвоем мы, вдвоем. А ты чего, мамаш, не дышишь? А? Я дышу. А? Да не пугайтесь, хозяйка. Я же говорил, что нас двое. Это кот. Я на рыбалке засиделся, не заметил, как гроза началась. Ой. Иду по лесу, слышу, кот орёт. Мокрый весь, но подобрал с собой. Так что не пугайтесь. Фью. Эй, ты где? Спокойной ночи, хозяйка. Thank you.
бродяга. Здорово, бродяга. А, вот как ты благодаришь меня за спасение. Рейсом из Сухуми прибыл экспресс на подводных крыльях «Комета-7». «Комета-7» швартуется у 4-го причала. Внимание! Порт Сочи рейсом из Сухуми прибыл экспресс на подводных крыльях «Комета-7». «Комета-7» швартуется у 4-го причала. Ночная хозяйка, а? Какая хозяйка? Я сама заблудилась, а тут гроза. А вы любите поспать. Иду на дно. Ну что, испугались за меня? Немножко. А, да. Спасибо за завтрак. Пожалуйста. Финиш. Это вот вам. Со дна личного. Мне? Да. Песчинки. Раз, два, три. Еще одна. Четыре. Оставлю на память. А вы тоже лесничиха? Нет, я актриса. Работаю в театре, а сейчас, может быть, даже буду играть в кино. Ну и в какой же роли вы будете сниматься? Сниматься, да, съемка еще далеко. Но все-таки. А собираюсь сыграть Настю Пронину. Как интересно. Правда, правда, вы на нее немножко похожи. Да? Да. Благодарю. Интересно, была у меня одна мама, теперь станет две. Так, понятно. Значит, вы сын Анастасии Михайловны Прониной. Да. Совершенно справедливо. Сколько же тебе, сыночек, лет родной, а?
Сама могла бы знать, родная. Извини, позабыла. 25 как стукнуло. Да? А я так и подумала. А? А? Когда это ты успела? А? А когда ты дрыхнул. Было интересно, кого это я к себе в избушку-то ночью пустила? Ох, отчаянная ты мать. А я партизанка. Секундочку. Правильно. Господа туристы погуляли. Молодцы ребята, хорошо гуляли. А вы что, еще там уже детектив? Да нет, профессии проще. Врач я, санитарный. А что ж санитарный, лечили бы людей? А вы знаете, мне моя профессия нравится. Вот ваша справка. Спасибо. А добираться автобусом? Здесь рядом. Вторая улица направо. Здравствуйте. Здравствуйте. Аркадий Матвеевич Радун здесь живет? Здесь. А вы кто будете? Да. Откуда? Старый фронтовой друг. Партизанили в Привольске вместе. Да вы открывайте, не бойтесь. Да мне-то бояться нечего. Нету его еще пока. С работы не пришел. Валерий, держи собаку. Назад! Рексик, Рексик! Аркадий Матвеевич скоро будет. Вы подождите. Здравствуйте. 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 Проходите. Далеко не заплывай. Да не волнуйся ты. Он вот-вот должен прийти. Ну, а сын-то у вас один, Таис Федоровна? Или еще? Дети есть? Еще две дочки. Леночка уже замужем. В Ленинграде она живет. В консерватории учится. А это Танечка здесь, в Сочи, тоже замужем. Валерий занимается. А женушка целыми днями на пляже. Да вы проходите, присаживайтесь. Аркадию Матвеевичу моему, как бывшему партизану. Тут в Сочи дом разрешили построить. Тут ведь не всем разрешают. Вот там, как проходили, дом бывший майор живет. А через дом полковник в отставке. Очень заслуженные люди. Ой, Валерий окна открыл. Он ведь у нас музыку сочиняет. И вот... Душно, ему жарко, когда окна-то закрыты. Так-то он закрывает, чтобы соседям не мешать. Соседи тоже разные бывают. Эти вот койки сдают дикарям. А мы не сдаем. Нет. Аркадий Матвеевич зарабатывает хорошо. Он главным бухгалтером работает в курорт-торге. Живем скромно, а дикарей не пускаем. Нет. Пыль. Здравствуй. Здравствуй, Аркаша. Ну, знаешь, время-то как тебя обработало, а? Да. А ты ничего, молодцом.
А ты познакомился? Да. Стои с Федорной. Познакомились. Сынка видел твоего. Хороший парень, интеллигентный. А это Игорь Феофанович, мой старый друг. Вместе партизанили. Да. Да, Тасенька, ты бы нам это что-нибудь ну, что организовала. Не беспокойся. И разрешила бы нам по рюмочке. Пойдем. Ну, хорошо. Пойдем. Выпьем. Да ты не волнуйся. Я до тебя до Сочи в Батуми побывал. Так, между прочим, денек-другой. Проветриться. Понимаешь, да? Чтоб не сразу к тебе, значит. Вообще раздумывал, стоит ли тебе показываться. Вот и проехал до Батуми. А там дельфины. Дельфинники. Дельфинарий. А, я знаю, ты ученый. Ну, в дельфинарии. А ты, Тасенька, пойди погуляй. К соседям пойди. Хорошо, Аркаш. И вот плавают эти рыбы-животные, но в заключении. В строгой изоляции, скажу я так. Ограда в морской воде. Бассейн не выскочишь. Вечная стала быть каторга. Дельфинам-то. Они ж, я читал кое-что про них, да и сейчас посмотрел, благородные существа. Любят нашего брата-человека. Веселятся, плавают. Тут выходит лоб здоровенный, загорелый, в купальных трусах, да еще с тазиком каким-то, с ручкой. Да еще на проволочке нанизаны кольца разноцветные. И вот начинают на эти кольца бросать дельфинам. А они кидаются, бедняги, веселенькие такие, хватают эти кольца. Толкают друг друга, бьют хвостами, боками, побольше колец захватить. Ну и плывут, несут эти кольца к этому лбу. Своему руководителю, ученому человеку. А тот подсчитывает, сколько каждый дельфин колец захватил. И вознаграждение выдает. Успел, захватил 4 кольца. Получай 4 рыбки. 2 кольца захватил, 2 рыбки получай. 1 кольцо захватил, 1 рыбку больше не дает. Вот. Мало толкаешься. Боками, хвостом. Соседа не бьешь, неразворотливый, вот живи, без премии. Человеческие законы прививают. Учат боками да хвостом соседа оттирать. Я бы всю эту планеточку нашу под водородную стрижку. Пусть себе вертится голенько, без населения. Чтоб никому не обидно. А? Что? Молчишь? Ты закусывай. Ешь. Слушаешь меня, а сам, небось, думаешь, зачем пришел. Слушаю. А я, между прочим, тоже член местного комитета. Да. Да-да. Правильно. Как дела? Правильно. Да, не пишется сегодня. А кому же еще давать бесплатную путевку? Женщина похоронила только что мужа. На руках осталось у нее 2 детей. А зарплата сам знаешь, какая у щитовода. О, с ними сговоришься. В общем, дать ей путевку и больше ничего. Никакой чуткости. Ты хотя бы спросил, где, да что. Ну, что захочешь, то и расскажешь. В Привольске я. В родном городе нашем живу и работаю. Вот ведь приезжал в Привольск, помню. Была встреча партизан Отечественной войны. По телевизору выступал.
Ох, лихой ты. А вдруг кто-нибудь узнал бы, да стукнул куда следует. Ну, мне скрывать нечего. Моя жизнь вся на виду. Все знают, что нужно знать. Ну, а то, что во время войны работал у немцев, так это для вида. Я же был подпольщиком, партизаном. Остались следы, Аркаша. Вы радун, партизан, подпольщик. Это в штабе известно. То, что офицер не тот, кого ждали, доказать невозможно и некому будет разобраться. Наши воинские части обложат лес и ударят со всех сторон. Какие следы? Да. Везучий ты. Ловко сделал игру. Да я ведь помог тебе. Сколько было допросов, я тебя не заложил. Меня там неси. Спасли. А вот теперь, если начнут докапываться до прошлых дел, то и мне крест. И тебе вышка обеспечена. В Привольске сейчас положение страшное. Санитарная инспекция жмет на царские подвалы. А тут еще кино собираются снимать про войну. Про партизан. Вот доберутся до нас с тобой. Особенно интересует их, как подпольный обком ликвидировали. Придется себе, Аркаша, в Привольск поехать. Сижу и там сторожу нашу беду. Только одному мне сейчас не справиться. Царские подвалы, говоришь? Ну, когда я жил в Привольске, слыхал о них. Но никогда не был. Подвалы. Есть место в преисподней, злые щели. Посреди зияет глубина широкого и темного колодца. Что с тобой, Аркаш? Я тебя носила всю ночь, я чуть поиски не организовал. В лесу. Маленькая девочка, 20 с лишним лет, ночевала в партизанской избушке. Артист Канавин организовал поиски и все местное население. Доброе утро, Ириша. Живы-здоровы? Угу. Обошлось без приключений? Ну, в лесу без приключений не бывает. Все в сборе, наконец-то. Предупреждаю, начнутся съемки. Я так и опозданий не потерплю. Вы уж очень строго. Начнутся съемки. Начнутся, мне вообще даже не верится. Верится, не верится из области религии. У нас с вами производство, дорогой Сергей Иннокентьевич. Так что, если что есть недописанное, давайте уточним. Для этого и приехали на место событий. Товарищи почитают, участники событий. Пусть выскажутся. Вот я, но когда писал рассказ, как-то не думал о точном совпадении с действительностью. А так страшновато. Ну, рассказ вас напечатан, а сценарий, какой бы он ни был, это уж совсем другой жанр. Так что это славе вашей не помешает. Моей славе? Да, что, слава — это щит надежный. Следы ударов только украшают его, так что вы будете в полном порядке. А вот мне действительно, как говорит здешний уборщица, нужны глаза да глазоньки. Я готова. Прошу вас. Пожалуйста. Thank you.
угодно ли вишенку? Очень вкусная. Здравствуйте. Здравствуйте. Хозяева дома? Да, я хозяйка. Так. Ну, а взрослая есть кто-нибудь? Да, на работе. Отец в поле, а мама на ферме. А вы за опытом приехали? Проходите. Спасибо. Мама сейчас придет на обеденный перерыв, и вас она отведет на ферму. А разве здесь не председатель колхоза живет? Нет, он вон там, в третьем доме. Фу, цел, слава тебе, Господи. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, заходите, милости просим. Вы сели электро? Да нет. Мы председателя колхоза ищем. Вон Иван. Недавно дом ему построили. Ну, спасибо. Ну, ты. Ну, давай, давай, ты загрузи эту пуль. Дождь в тишине, на реке, на лугу. Осень сжигает осины. Помнишь, как эта земля в черном военном снегу нас о спасении просила? Пусть над моей и твоей судьбой ветры кружат осенние. Память, тревога моя и боль, память мое спасение. Окном моросил, как теперь. Дождь замирал у порога. Помнишь, из дальних дорог я возвращался к тебе самой нежданной дорогой. Пусть над моей и твоей судьбой ветры кружат осенние. Память, тревога моя и боль, память мое спасение. Пешком пойдем или поедем на машинах? Пешком, конечно. Только пешком. В то время нам машин не подавали. Это верно. А то ведь и заблудиться еще можно. Ну, нам и заблудиться. А как же, запросто. У нас по этому поводу в райисполкоме много споров было. Одни предлагали провести дорогу туда, к партизанскому стану. Ну, кафе построить там, туристские дороги, маршруты провести. А другие запротестовали. Кафе, мол, дело такое. Пляски, танцы. А это место вроде как бы святое. Пускай будет, как было. Решили дорогу не расчищать. Здравствуйте, Григорий Михайлович. Здорово. Вот школьные следопыты там работали. Привели в порядок могилки, землянки. Вот. Сережа у них за главного был. Верно, Сережа? Верно. Вот он у нас и будет проводником, а? Если так пойдем, придется через болото. Топка там. Давайте лучше деревами пойдем. Деревами. Это у нас 2 года тому назад ураган прошел, много леса повалило. Так вот и говорят теперь деревами. Деревами. Ну давай, веди нас деревами. Давай, давай.
Вот здесь в то время кустарник был. Там дальше немного землянки партизанского отряда. Вот здесь располагался штаб. Да, тогда он весь погиб во главе с Николаем Ивановичем Костюковым. До сих пор неизвестно, где это вот здесь. Здесь находился штаб партизанского движения нашей области. Подпольный обком действовал 2 года. Был окружен немецко-фашистскими карателями. И тогда все руководители подпольного обкома, то есть партизанского штаба, погибли в неравном бою. Мой отец начал войну комвзвода, а закончил командиром полка. А это уже конец войны. Под Берлином. Интересно, какая жизнь? Ты смотри, смотри. А вот мой дед Михаил Иванович Буденовец. Он, видишь, какой молодой. А? Слушай, а есть фотографии твоей мамы? Какая она была в молодости? Сейчас. А, вот. Вот она с дядей Жорой. Вот ты его знаешь. Настенька, спой рябину. Партизанские годы она бывала, как запоет, слезьми обливались. Правда, давайте споем все вместе. Ишь, качая. Ириш, пойдем к столу. С такой террасы можно всем колхозом руководить. А что, печь не сохранилась? Как не сохранилась? Цела. Ха, прелюбопытно. А печь, я надеюсь, не топилась, когда Анастасия Михайловна в ней пряталась? Горячая печь только бабу-ягу сажает. И то в сказках. Она ведь тогда не до сказок была. Фашисты налетели целые тучи. И все на мотоциклах, и ну из избы в избу, все оцепили. А что Настю-то искали, я тогда и не догадывалась. Да вроде и подозрений не было. А она вот тут, вон она, в избе. И бумаги при ней в кофту зашитые. Какие бумаги? Я тогда связной была. Своего рода почтальон. Правда, чаще по памяти на словах передавала. Особенно, когда были интересные разведывательные данные. Да уж висеть бы нам обоим на столбе. А что делать? Бежать. Поздно, а не во дворе. Я смотрю, Настя вытащила чугуны из печки и в печь полезла. Умница. А я... склонилась перед печкой, толку очистки с помоем, вроде для копоросенка. Сама еле живая, вдруг их черт дернет в печь заглянуть. Или она там в печи угорит. Ты чего? Все хорошо кончилось. Ночью огородами шла. Я уж хотела через трубу на метле удалиться.
по всем правилам. Да у Паши метлы настоящей нашлось. Да-да, теперь шуточки, конечно. Почему и тогда посмеялись? Я вылезла из печи, как трубочист. Ну, Паша покатилась. Георгий Михайлович, стыдно признаться, но я в первый раз в жизни вижу такую деревню. Теперь объясняют, разрядка нервов получается. Живем со всеми удобствами. А раньше мы этой разрядки не знали. Вдвоем с Настей смеемся, плачем. Она смеется, плачет. И по лицу сажу размазывает. Ну, как же, в деревне без этого нельзя. Что все-таки чувствовали, что слышали, когда в печи сидели? Вы так допытываетесь? Как будто сами хотите сыграть роль молодой партизанки. Да нет. Играть не собираюсь. Написать хочу. Не скрываю, пока сценарий готовится, обрабатывается, пока то да сё. Фильм сниматься будет. Мы эту пьесу в театре-то и сыграем. Какую пьесу? Мою. Удивляешься? Я не драматург, но материал интересный. Меня увлекает. Я уже с полгода работаю над этой вещью. Вы не возражаете, Сергей Накинч? Не возражаю. Что, устала? Да нет, ничего, просто на душе как-то. Почему? По-моему, ты дельные замечания сделала по сценарию. Правда? Да, только я бы не хотел оказаться на месте Горунина. Паша, ты... С одной стороны, вы с Ширяевым нацеливаете его на изображение героя как можно глубже и интереснее. А с другой стороны, ничего не говорите человеку. Да. Он прекрасный человек. Хороший писатель, но он не может и не обязан списывать с меня и Ширяева героев. Есть ведь и другая возможность поиска, стремление обобщать. Да? Ну, а если... Ну? И другие люди будут надеяться на других. Паша. Или на обобщение. Или как это в лекциях у тебя говорится? Типизация. Да, типизация. Тогда как? Помогите человеку-то. Помогите Ширяеву вместе. Помочь? Поставь, пожалуйста. Ириш, а ты не опаздываешь? А который час? До 6 часов уже. Ой, пора. Ну что ж, сыночек, постарайся вести себя хорошо. Угу. Утром не забудь почистить зубки, умыться и позавтракать. Ну, а что будет на завтрак? На завтрак будет манная... Нет, геркулесовая каша. Ну, замечательно, большое спасибо. А что вы сегодня играете, позвольте спросить? А приходи, сыночку, знаешь. Я приду к 3 марта. Хорошо. А я скажу, чтобы тебя пропустили. Пока. Счастливо. Не пуха. К черту. Алло. Да? Не тебе. Да, пожалуйста. Папа! Да? Тебя. Спасибо. Я слушаю. Почему прекратили работу?
Так. Не дает нужной глубины. Ясно. Ясно, ясно. Я завтра вылетаю, на месте разберемся. Да. До встречи. Ой, стой тут, ребят. Спокойно. Я тебе сейчас покажу. Он уже желтеет. Ты падаешь. Он? Смотри, смотри, под ноги смотри. Да. Лида. Иду, папаша. Ваня. Илья. Что, началось уже? Так. Чуть было не опоздал к началу передачи. А где Илья? Уехала Ирину провожать. Добрый вечер, товарищи. Добрый вечер. В Новолипецке строится новый чугуноплавильный агрегат объемом в 3200 кубометров. Он будет оборудован новейшими механизмами и автоматическими системами управления. При его сооружении используется прогрессивная технология. Да, я смешной человек. И вы каждый день будете ходить со мной на прогулки? Пить этот отвратительный для вас кефир? Будете? Считайте меня тираном. Но я хочу, чтобы вы жили дольше. Извините, хочу. Я очень давно тебя знаю. Ты знаешь, как долго тянул час, пока тебя не было? Да. Ты сегодня очень хорошо играла. Спасибо. Ну, ты знаешь, у меня огромная просьба к тебе. Никогда больше не приходи ко мне на спектакли. Почему? Потому что я каждую секунду чувствовала, что ты в зале, чуть не завалила роль. Ну да, завалила. Я боялся, потолок рухнет. Это аплодисмент. Ну, привет. До свидания. Лида. Да. Спокойной ночи. Спокойной ночи, папаша. Спокойной ночи.
Спокойной ночи, пап. Илья, спокойной ночи. Спокойной ночи. Теперь, пожалуйста, сюда. Вот здесь, вот за этим углом и есть эти знаменитые царские подвалы. Ужас какой. Эх, лишь была бы моя воля. Я все отсюда убрал. Пока не получается. Ты представляешь, эти самые подвалы тянутся под землей почти на целый квартал. А почему они царские? Раньше здесь была перевалочная база винная. Мы привозили вина с Крыма, с Кавказа, выдерживали их сколько надо, ну а потом продавали. А теперь... Ну, была же царская монополия на продажу вин. Теперь винный завод. Ну, еще хранятся кое-какие продукты облпотребсоюза. Но ведь это в центре города. Как же это возможно? Не говори, Ирка, стыдно людям в глаза смотреть. Ну ладно, пойдем. Пойдем. Ну что вы прыгаете, ребят, голову сломаете? Нет, не сломаем. Вот здорово. Ой, Никиша, сколько лет друг о друге ничего. Да, потерялись. Но я про тебя все знаю. Ну, знакомьтесь, Мелков, Ириша. Ирина Замятина. Очень приятно. Скажи по чести, не жалеешь, что не попал на лечебный факультет? Да нет, не жалею. А я окончил Плехановку, в облплане служу. Вот оказали доверие. Пришлось возглавить комиссию. Жильцы много жалуют. Ой, да сам хочу им помочь. Вот мы с Иришей эти подвалы посмотрели. Нет, здорово, что ты возглавил комиссию. Ну, вот теперь вместе займемся этими подвалами. Трибуны напоминают пустую зрительную залу. Я очень люблю зал перед спектаклем. Вот эту тишину. И ожидание, что сейчас сюда придет зритель, а ты понятия не имеешь, какой он будет. Добрый, злой, чуткий или нет. Ир, выходи за меня замуж. Ничего себе. Две недели назад ты даже не подозревал о моем существовании. А сейчас сразу в жены. Да? Остается 5 минут. Повторяю. До отправления скорого поезда номер 9 Сочи-Москва остается 5 минут. Радуешься, небось? Чему? Ну что, уезжай из своих Сочи. Ну что ты говоришь? Ладно. Терпел ты меня 2 недели. Ну спасибо, я у тебя хорошо отдохнул. Значит так.
Жду тебя в Приволжске. Так смотри, мне там одному не справиться в Приволжске, так что приезжай побыстрее. Хорошо. Я понимаю, тебе не хочется уезжать из этой райской жизни. Надо, Аркаша. Смотри, вздумаешь, не вздумай в сторону отвернуть, я ведь тебя знаю. И учти, отколешь номер, не приедешь в Приволжск, пеняй на себя. Я сказал, приеду, значит, приеду. Мне ведь терять нечего, ты же знаешь. Да и тебя тянуть не следует. Собственно, гибели дожидаться глупо. Можешь потише разговаривать. Все. Жду тебя в нашем родном Привольске. Спасибо. А еще? Спасибо, как говорят, за приют и ласку. На перрон не ходи, не надо. Ладно. Будь здоров. Жду.